Похоже, удача вновь повернулась лицом к текстильщику. В очередном выездном матче первенства России по футболу наша команда одержала победу над клубом «Питер» из Санкт-Петербурга. Обыграв хозяев поля со счетом 2-3, текстильщик заработал победные 3 очка в первенстве, в то время как его соперники свои матчи проиграли. Лидер «Псков 747» потерпел первое поражение в сезоне. Команды «Химик» и «Долгопрудный» также не заработали очков в этом туре. Таким образом, с 4-го места турнирной таблицы текстильщик переместился на 2-е. От лидера команды «Псков 747» его отделяет всего 1 очко.